Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Санивейле на нашем строительном проекте. Видите, какую здоровенную железяк тут притащили, чтобы в нее мусор бросать. А мусора тут много. И вообще какие-то дела тут должны на стройке происходить. Условно можно назвать отделочными работами. Давайте посмотрим. Ну вот вы видите, вот этот гипсокартон, он у нас называется шитрак. Вот, он тут вот так. Вот так его прибивают. Не прибивают, прикручивают шурупчиками. Видите? На шурупчиках. Все. Да. Так. Ну что, Свет, скажешь? Да. Да, соответственно, музычка такая узнаваемая. Так, давайте глянем, что у нас там в ванной происходит. Тоже здесь есть шитрак. С одной стороны шитрак, с другой стороны вот уже пошла плиточка. И вот тут она стоит. И вот тут, смотрите, видите, да? That one's almost done. I just need to do a красиво, красиво. I'm standing on this one. And yeah, let's get in there. Так. Видя, что мы снимаем, он потише сделал, так все вежливо очень. Они тут же эти плиты пилят, там. Чтобы, видите, чтобы к углам там подходило хорошо. Так. Тут другая музыка, смотрите, так. Источники. Множественные источники проигрывателей, проигрывателей музыки. Вот. А здесь пока еще. А тоже уже кое-что, да, вот смотрите, вот. Вот здесь шитрак, они вокруг розеточек обходят. Это все относительно... Ой, тут что-то у меня под ногами. Это все относительно грубая пока еще работа. Потом все там выравнивается и так становится красиво. У вас будет возможность увидеть... Так. Ага. Так. Ну да. Это вон там ванна. Мы сейчас зайдем на ванну, посмотрим с другой стороны. Вот вы видите, как трубы оказались упакованы. Так, ну-ка давайте. Где тут у нас? Вот. Тут вот слева, ну я извиняюсь, света нет, но вот тут слева так тоже трубы всякие идут в стене. А вот тут ванна расположилась. А там, я так понимаю, там третий, Светик, там что, полочка или что это вот за отверстие? Да, это вот такая нишка, куда шампуни ставили. То есть не то, что это насквозь так остается? Нет, конечно. Ну расскажи вот что-то, а то я тут заброшен, хожу один. Ничего не знаю. Ну, вот этот батрум уже практически. Где батрум, покажи. Так, вот тут. Ну, давай посмотрим. А, уже так, плиточка лежит хорошо, да? А на чем плиточка? На клею каком-то? Чем они его? Ну, материал сначала крепят? Там ставится такой хэрди-бекер, да. Который не промокает, потому что плитка промокает сама, а вот этот вот, чтобы она была водонепроницаемая. Вот это, да. Так. Вот. Шитрак. Но это не шитрак, это специально не шитрак, окей. Вот, а потом к ней наклею на каком-то, это, не знаю, цемент, клей. Так, вот эти полочки для шампуней. Для шампуней. Симпатичные, они еще замажутся, в них. И вот еще замазки пол. Нет. Да, еще замазки не было, да. Вот это такой пол, плиточка, так он на конус туда идет, чтобы вода стекала. Ну что? А сюда будет shower pan, вот будет очень модерновый бастер. Вот тут будет панель, вот здесь панель будет стоять. Да. Ага.
Красиво, вот чего красиво, же. Да. И вот, вот это вот, ты в прошлый раз объясняла, как вот эта вот металлическая штучка стоит. Это специально, чисто для красоты. Нет, вот эта вот часть, вот эта, да. Где, где? Вот когда он эту делает, то в твоем, собственно, басруме, они сделали наоборот, широкой стороной сюда. Да. А я ему специально сказала, чтобы он сделал узенькой стороной, потому что когда оно сбоку широкое, это окей. Да. А сверху, с фасада, оно должно быть узенькое, иначе оно некрасиво смотрится очень. Понял. Поэтому видишь, как аккуратно. Хорошо. Ну что же, прелесть. Да. Давай, дальше рассказывай. Значит, с туалетами мы понимаем. Что еще? Вот красота со скайлайтами. Там уже шитрок положили, стало светло. Ты знаешь, как интересно, когда мы вышли в эту комнату, здесь вот это стекловато настолько звук поглощает, что громкость вот того, что ты говоришь, резко с одной стороны, упала. С другой стороны, за счет того, что в стекловате все это, мне Женя сказал, что был жаркий день на улице, да, а в доме было прохладно. Так. То есть все-таки вот эта стекловата, она держит. Держит, конечно, конечно. Да. Так, ну что же, есть еще что посмотреть? Ну вот, там только уже... говори в камеру, потому что у нас тут звук не отражается нигде. Ну, мы тут не пройдем. Вот, например, вот так. А в принципе, вот эта комната уже вообще в красоте. Давай, глянем. Давай. Да, там уже, считай, вся комната. Да. Так. Красиво. Светлее намного, одно, да. Одно дело, когда темные вот эти стены, там изоляция закрытая, совершенно другое дело, когда свет. И обрати внимание, насколько много света, вот окна закрыты вообще, даже без этих окон можно обойтись. За счет скайлайта. Да, ну, скайлайта. Но хорошо. Тут же будут еще два Самсона вот здесь. А где они выходят? Не понял. Они лежат вот здесь. Вот. Но они их еще не устали. Нет, лежат, Матей, заготовка лежит. Ну да. А где будет? Они будут точно вот так, мы так подгадали, вот что как бы эта линия пробивается. Да. То есть вот тут сверху еще прорезать придется, да, через шитрак? Ну, это как бы просто. Это в шитраке прорезается дырка в потолке, да, и выводится наружу наружная часть, а дальше они с той стороны крыши пойдет. Да, и они гибким шлангом соединяются. То есть тут, ну, я помню этот разговор, да, когда еще все было открыто, и все было видно. Слышишь, я, кстати, думаю, что, наверное, нужно, может быть, имеет смысл сделать еще здесь, сказать, чтобы было светло здесь, а может быть, не надо. Но в этом бабке... Ну, здесь же что, стиральные машины стоят? Не, ну подожди, зачем в стиральной машине много света? Это не то, что там люди все время находятся. Ну, хорошо, ну вот здесь надо, например, делать, чтобы здесь здесь светло было, потому что здесь нет окна никакого. Может быть, имеет смысл здесь делать? Небольшой, если. Маленький, да. Ну, вот тут так. Вот такой, ну да, это неплохо. Да. Тогда будет здесь дневной свет, вот ты заходишь себе в ванну, ты не ощущаешь, что там нету у тебя окна, да? Там светло всегда. Уже ванна довольно большая, ты знаешь? Да, да. Такая вместительная. Ванна очень славная, я уже давно ее присмотрела, и еще вот выспала-то такую же купила. Дело в том, что она, вообще-то говоря, да, вот это размер ванны. Вот. Да. Но из-за того, что у нее вот эта сторона выпуклая, да, так, у нее получается значительно больше места в ней. Да. Нет, ну так она не просто выпукла, она и внутри. В этом месте выпуклая, да, конечно, там больше места. Она получается такая, в общем-то, для маленьких помещений, очень-таки себе компактная ванночка. Хорошо. Ну что, друзья, посмотрели, так мы одним глазком. Нам зрители некоторые говорят такие, что же вы не показываете ничего со стройки. Как мы показываем? Мы нечего смотреть. Почти каждую неделю, там чердачище свое. Да, почти каждую неделю показываем. Ну вот, что идет, то показываем. Вот мы тогда на этих кадрах с вами и расстаемся.